Общая сумма задолженности у данных граждан составила 1 200 000 рублей. Это значит, что за мелкие штрафы и долги ограничение на право управления авто вводиться не будет. На сегодняшний день, что касается именно административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, у нас в Хакасии временно ограничено 3 должника. То есть у каждого из них сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей. 12 человек – это должники по алиментным обязательствам. Общая сумма долга их 12 человек составляет 760 тысяч рублей. И еще один должник именно по возмещению морального вреда, насколько я понимаю, это за совершенное преступление. Стоит отметить, что само водительское удостоверение приставы не изымают. Водитель лишь подписывает специальную бумагу, где его уведомляют об ограничении в правах управления. Документ передают госавтоинспекции. Так что, если неплательщик сядет за руль и будет остановлен сотрудником ГАИ, скрыть факт о временном ограничении не получится. Добавим, что запретить садиться за руль при больших долгах могут не только водителям автомашин, но и самолетов, а также водного транспорта.